Я очень рад, что мы в нашем фестивальном формате, вот фестиваль под названием «Конец сезона», чтобы собрать на все самые яркие, интересные фильмы, которые, может быть, прошли мимо хорошего, лучшего зрителя, собрать в этой программе. Я очень рад, что мы с вами в зал в нашем замысле не ошиблись. Сегодня мы смотрим фильм «Лето». Вы прекрасно знаете про этот фильм, наверное, уже очень многое. На мой взгляд, это вообще лучшая картина прошлого года. Вы смотрите фильм «Лето» в то время, когда режиссер картины Кирилл Серебренников уже освобожден от домашнего ареста, он может, возможно, нормально работать и в театре, и в кино. А нам летится, все прилетел, в том числе в машине, и заработал артист Гоголь-центра Филипп Авдеев, это молодой совсем актер, который снимался сразу в трех картинах в нашей программе. Он снимался в фильме «Лето», он снимался в фильме «Кислота», который будет сегодня в 15 часов, как мы представим. И он также снимался в фильме «Папа сдохли», который завтра чаем режиссера Кирилла Соколова, и он будет как разговаривать о картине с ним. Поэтому, такой, пожалуйста. Поэтому вот такой у нас получился вполне интересный современный формат с первого дня, когда приехала Ирина Горбачева, и до 3 мая, когда самый такой, я бы сказал, парадоксальный фильм нашей программы, человек, который удивил всех, представил Наталья Кудряшова. Та самая Наталья Кудряшова, молодая актриса, режиссер в то время заметного резонансного фильма «Пионеры», и актриса, которая за участие в фильме «Человек, который удивил всех», получила приз Венецианского фестиваля. Значит, молодая актриса, замечательный режиссер, она тоже сможет с вами пообщаться. Ну, 4 мая мы завершаем нашу программу встречи с Павлом Чернушкиным, вернее, с режиссером. Сегодня он с ним общался. Спасибо, сейчас смотрим фильм «Лето». Спасибо.